Welcome to Нескучный русский. Colloquial Russian. The complete course for beginners. Арбат. The Arbat. In this unit you will learn how to hold a telephone conversation, make a date, use verbs of motion. Текст. Встреча на Арбате. Peter likes the Arbat, the first pedestrian zone in Moscow. It has a wonderful atmosphere and is full of street life, young people, poets, buskers, and especially artists drawing portraits. Peter has already made friends with some of them. On one of his strolls along the Arbat, Peter sees an artist drawing a portrait of a girl. The artist is unfamiliar, but he recognizes the girl from somewhere. Каждый день Питер ходит на Арбат. Обычно он ходит пешком. Но иногда, когда на улице идет сильный дождь, он ездит на автобусе. Питер уже хорошо знает Арбат, старый район Москвы. Он знает, что слово «Арбат» значит по-арабски «пригород». В 15 веке здесь был рынок, и шла торговля с Аравией. В настоящее время Арбат – первая пешеходная зона столицы. Здесь нет движения, и можно спокойно ходить по улице. На Арбате всегда много молодежи. Здесь поэты читают свои стихи. Барды поют под гитару свои песни. Питеру нравится атмосфера на Арбате. У него здесь уже есть знакомые художники. Вот идет знакомый художник и несет мольберт. Сейчас он будет рисовать портреты. А вот идет другой знакомый. Он ведет марионетку. И любопытные мальчишки бегут за ним. Вот так каждый день, с утра до вечера, он медленно ходит по Арбату. Водит свою марионетку, и мальчишки бегают за ним. А вот и третий, высокий художник с бородой. Обычно он возит свои картины на машине, но сегодня везет их на велосипеде. Питеру нравятся картины этого художника. Особенно серия «Старая Москва». Питер идет дальше, но вдруг останавливается. Незнакомый художник рисует девушку. Девушка смотрит на него и улыбается. Питер вдруг вспоминает ее имя.
Марина. Словарь. Арабский. Аравия. Бард. Бегать, бежать. Борода. Вдруг. Век. Велосипед. В настоящее время. Водить, вести. Возить, вести. Высокий. Дальше. Движение. Ездить. Я езжу, ты ездишь. Знакомый. Казаться. Летать, лететь. Любопытный. Мальчишка. Марионетка. Медленно. Молодежь. Мольберт. Незнакомый. Носить, нести. Останавливаться. Песня. Петь. Я пою, ты поешь. Под гитару. Пешеходная зона. Портрет. Поэт. Рынок. Серия. Слово. Стихи. Столица. Торговля. С утра до вечера. Улыбаться. Ходить. Диалог 1. Вы меня помните? Marina is impressed by Peter's progress with Russian. Peter is happy with his job in Moscow, and Marina is enjoying her studies. It turns out that her faculty is in the old university building on Mukhovaya Street, which Peter passes every day on his way to work. Здравствуйте, вы меня помните? Мы летели с вами на самолете в Москву.
Конечно, помню. Это было 3 месяца назад. Вас зовут Питер? А вас Марина. Время летит так быстро. Вы хорошо говорите по-русски. Прямо как настоящий москвич. До москвича мне еще далеко, но я понимаю почти все. А как дела у вас? Дела идут хорошо, только много работы. Вы знаете, я уже 2 раза летал в Лондон после нашего приезда в Москву. Через неделю опять лечу в командировку. А как вы? У меня все в порядке. Посещаю лекции. Много работаю в библиотеке. Пишу реферат. А где вы живете в Москве? Я живу в общежитии МГУ на Воробьевых горах. Но я часто езжу в центр. Мой факультет здесь, на Маховой, где старое здание университета. На Маховой. Каждый день я хожу пешком на работу, мимо вашего университета. Какое совпадение! Вот мой телефон. Звоните. Буду ждать. Словарь. Все в порядке. Звонить. Звоните. Какое совпадение? Командировка. Москвич. Назад. Помнить. Приезд. Ходить мимо. Через. Через неделю. In the next video. Диалог 2. Телефонный разговор. Peter makes a phone call to Marina. At first, he dials the wrong number. He invites her to go to see a film. The next video is coming up shortly. Не скучни русский. Check out www.yourrussiantutor.com.